Начнем с простого и понятного утверждения о том, что Россия страна абсолютно свободная, демократичная, процветающая, и в ней абсолютно нет никаких контрастов, противоречий, взрывоопасных ситуаций, и если кто так считает, то это просто враг России. Далее, если, конечно, и существуют какие-то недовольные, то это просто их своя собственная вина, что они просто не ценят тех благ и того счастья, которым обладают, потому что наслушались вражеских голосов и, как говорится, возомнили о себе неизвестно что. Если действительно говорить о каких-то недостатках и проблемах, то существуют они исключительно потому, что у России очень много врагов. И с самого момента возникновения русского государства, значит, и вообще распространения славян на русское равнение, эти враги только и думают о том, как бы напортить и нагадить абсолютно, так сказать, чистых, светлых, трогательных, нежных, романтичных, мирных землепашцев представить в качестве каких-то агрессивных, злобных захватчиков, каких-то людей, начисто лишенных добродетелей. Значит, используя метод аналогии, скажу, что когда консультироваться к психологу, а я некогда был психологом, пока не почувствовал определенное отвращение к одним и тем же ситуациям, о которых скажу чуть позднее, и ставит перед психологом клиент такой вопрос, как ему выйти из ситуации, которая его не устраивает, например, ему не нравится его нездоровье, бедность или там безбрачие. Вот. И когда человека такого спрашивают, что, по его мнению, является причиной, значит, такого состояния, которым он недоволен, то, во-первых, клиент говорит, что он всем доволен, а во-вторых, он заявляет, что причина, значит, его бедности, безбрачия или болезни внешняя. Это либо судьба, либо порча, либо сглаз, либо проклятие, либо какая-то, значит, наследственность, среда, четверг и пятница. Чтобы не перечислять этот нудный, скучный список, я скажу только одно, что такого рода люди, они, как правило, не считают себя, так сказать, объектом изучения и объектом воздействия. Они себя выносят за скобки и собираются решать проблему исключительно извне, начисто отрицая, что существуют какие-то внутренние свойства и качества, какие-то предпосылки, какие-то обстоятельства. Или, как сказано в одной психологической школе, внешние условия действуют через внутренние обстоятельства. Вот эти внутренние обстоятельства объявляются абсолютно неизменными. Так вот, возвращаясь после такого вступления к теме, которую я хотел рассмотреть, я скажу, что если говорить о наличии некого противостояния между западной моделью демократизации, свободы, как она там понимается, и нашим собственным повседневным житьем, то мы встречаемся с тем, что люди даже весьма умные, весьма продвинутые, достигшие успеха в какой-то деятельности научной, коммерческой, в искусстве или спорте, в очередной раз заявляют, что они не видят альтернативы. Причем те, кому перевалило за 40, уже в пятый раз, по-моему, не видят этой альтернативы. Потому что они воспитаны в определенной схеме, которая тоже не может быть продуктом заимствования, внушения, воздействия американского госдепартамента или мировой закулисы. Вот это какая-то идея непогрешимости верховного правителя и то, что он обязательно действует от имени и по поручению Бога, и всякая попытка выбрать, избрать кого-то другого заранее обречена на бедствие, на провал и несчастье. Недавно я заинтересовался простой вещью, на чем держалась экономика, средневековая экономика древнерусских, правильнее сказать, средневековых русских государств, таких как Новгородская и Киевская Русь, Полоцкое княжество, Галицко-Волынское, Московское и так далее. Вот далее везде. Значит, хватало ли одной пеньки леса, меда, шкур для того, чтобы активно торговать с странами, находящимися на, что называется, более высоком уровне цивилизации. По крайней мере, монеты, которые у нас обнаруживаются, это монеты, отчеканенные сначала в Византии или, там, скажем, в арабском халифате, и потом только попавшие окольными путями на Русь. Итак, что еще могло быть предметом торговли с такими странами, как страны Востока и страны Запада?
И тут вот попадается интересная справка, значит, что рабство на Руси не было развито. Я, честно говоря, и представлял себе всегда своих предков мирными землепашцами, которым дела нет до соседей. Единственное, что смущало, как мирные землепашцы в течение тысячи лет сумели отхватить шестую часть всей планеты. Конечно, потребность мирно землепахать всегда упирается в то, что кончается пахотная земля, и эту пахотную землю надо у кого-то попросить взаймы или одолжить на время, а если будут сопротивляться, то и применить некоторую силу. Таким образом, значит, возникает вопрос, как удается расширять владения за счет того, что, так сказать, нужно применить определенную военную силу, и где эта военная сила в случае чего берется. Таким образом, мы попадаем на изучение определенного сословного деления, наступившего на Руси у восточных славян, так же, как и, собственно говоря, это случилось во всем мире и во все времена, происходили примерно похожие процессы. Какие классы и слои, значит, действительно могли создавать нашу государственность? Если закончился период первобытной общины, когда все относительно были равны и выделялись только за счет личных качеств, то возникает определенная система институциализации. То есть люди закрепляются в каком-то статусе, и это закрепление потом фиксируется в виде законодательных актов. То есть поначалу существует практика, а потом существует статья, закон, который эту практику уже не вводит в обиход, а только констатирует. Такой вот документальной практикой является «Русская правда» Ярослава Мудрого XI века. И мы там видим, что существует понятие «холопа», значит, в качестве предмета, а не человека. То есть то, чего можно купить, продать, и в случае, если холоп перед начальством не несет. Это считается порчей собственного имущества. Если кто-то убивает чужого холопа, то это скорее хозяйственного, чем юридического. То есть это порча чужого имущества. Значит, таким образом, переходя к сути сказанного, значит, и к сути затронутой темы, я утверждаю следующее. Да, действительно, в обтекаемом смысле рабства на Руси не было. То есть вот не было того, что открыто и честно признавалось бы рабством. Зато было состояние от этого недалеко ушедшее, состояние холопства. Было и еще одно, так сказать, состояние, которое сначала называлось челядью, а в узком смысле применялось только к военнопленным. Они тоже становились, прямо говоря, рабами, только их происхождение было иностранное. Таким образом, захваченные в плен становились слугами челядью, в единственном числе челядин, множественная челядь. А вот холопы, значит, это те, кто попал в рабское состояние в результате целого ряда юридических процедур, которые в столбик можно выписать таким образом, что это либо бедность, которая толкнула на это, невыплаченный долг, либо договор, в силу которого человек потом утрачивал личную свободу. Так вот, если рабами и не торговали, то торговали челядью и торговали холопами. Таким образом, значит, одним из предметов экспорта русского государства была торговля людьми. Если уж совсем колупаться в терминах, то не людьми, потому что люди, согласно правде Ярослава Мудрого, это свободные землепашцы, которые платят полюдье. Единственное число людин – множественные люди. Значит, они тоже кое-чего, кое-кому обязаны, в частности, значит, оплачивать высшую администрацию вот этим самым налогом по людям. И им на кормление ставится еще кое-какая местная администрация. Вот. Существует и другое сословие, которое называется смерды. Но, как выяснилось, смерды не от слова смердеть, а все равно наоборот. Смерть – это человек, который получает земельный участок или другой способ производительности для того, чтобы это все произведенное отдать хозяину. А при необходимости ходить с ним в набег, ходить с ним война-войну. Таким образом, значит, уже с начала возникновения древнерусского государства мы имеем дело с многочисленными вариантами рабства, которое не хочется и не может называть именно рабством.
Но назовем это зависимостью, полусвободой. Как тут сказал недавно один наш президент, почти что бывший, свобода лучше, чем не свобода. Так вот, эта свобода, как выяснилось, была только у людей, у людинов, но она тоже была не совсем полной, потому что в случае чего тебя могли, значит, превратить в холопа. Ну, а начиная с Алексея Михайловича Тишайшего, появляется еще и крепостное право. Я-то все ломал голову, почему крепостное право так легко село, несмотря на христианство, которое по всей Европе приводило к освобождению рабов, и почему оно вызвало, ну, так мало протеста, можно сказать, почти никакого. Ну, теперь более-менее понятно, что крепостное право мало отличалось от того, что зафиксировано в качестве русской правды. То есть вот это вот вечная зависимость от барина, боярина, князя, его администрации, вечная необходимость платить налоги, отстегивать, отделять, отскрылять, постоянно иметь какого-то начальника, который все за тебя решает и от которого ты никуда не денешься. Поэтому, значит, подытоживая, скажу, значит, если действительно рабство в античном смысле не было для русских ранних государств средневековых основным источником жизненных благ, то это не говорит о том, что вся остальная, так сказать, система жизни на Руси была свободной и независимой. Она была в очень малой степени свободной и в очень большой степени зависимой. И когда появилась поверх русской администрации еще и татарской, ситуация изменилась крайне мало. Налог, который потом надо было отвозить в Орду, все равно собирал великий князь. Причем дошло до того, что он собирал, что называется, 5000 танга, 4 оставлял себе, а татарам вез только 1000. Вот эта вот дань называлась выход. Вот эти вот вечные дани-выходы, вот эти все полюдья, вот эти вот обложения каждого дыма и каждого топора, это все наша история. И если где-то и искать, раболепие, льстивость, угодничество, подавленность, уныние и тому подобное прочее, свойственное людям несвободным, то именно в этой части нашей русской истории.